Это же... Да, ты тоже можешь их видеть. Они используют все свои силы, чтобы удержать Хакумена и принести его сюда. Ведь он спал своим сном именно в этом океане, пока мы поддерживали барьеры год за годом. Значит, это священное место, где возвести барьер, будет легче, если они смогут привести его сюда. То, объединившись, мы сможем запечатать Хакумена. Идиоты, вы... Неужели вы думаете, что я, Хакумен, подчинюсь вам? Проклятие, бесполезно. Смотрите. Вместе столкновения барьера и энергии Хакумена, океан замерзает. Не теряйте надежды. Вперед! Я еще не закончил. Ушо и Тора. Эпизод 37. Сильнейшее оскорбление. Ушу и копье зверя смогли возродить. Но им не справиться с Хакуменом в одиночку. Но ведь... Маюка, ты обязана это знать. Разбуди его. А точно стоит. Для духов нет понятия времени и пространства. С твоей нынешней силой ты сможешь отправить свою духовную проекцию, не прекращая поддерживание барьера. Иди. Хорошо. Можно одолжить этот гребешок? Он должен быть у Шигуре. Проклятие. Сил совсем не осталось. В груди. Дыры. Как это со мной произошло? Это был Хакумен? Я в сухую проиграл. Сила пропала. Неужели это конец? Все это время я сражался в одиночку и не проигрывал. Я убил того парня. И вот эти хреновины тоже. Только я совершенно один. Может, мой проигрыш Хакумену лишь показывает, что время настало. Все это время я в одиночку делал все, что хотел. Я убивал в одиночку. И сразился с Хакуменом в одиночку. А сейчас, кажется, я просто исчезну в одиночку. Ведь... У меня... У меня дыра. В груди. Тора! Маюка! Ого! Давно не виделись! Я так за тебя волновалась все это время! Ты что тут делаешь? Разве ты не с Хакуменом должна сражаться? Ты ведь тоже, Тора. Ну я... Лавочка прикрыта, в общем. Что-то случилось? Ты сам на себя не похож. А ну тихо! Я даже пошевелиться не могу! У меня в груди эти дырища! Эй, что это? Это... Это гребень, принадлежавший маме Ушио, вроде как. Именно. Когда Ушио превратился в монстра,
А мы узнали, что единственный способ превратить его в человека — это расчесать ему волосы этим гребнем. Я, Асака и остальные девчонки навели шуму. Ты что делаешь? Ну, я хочу превратить тебя обратно в человека. А? О чем ты вообще? Даже если ты превратишь меня в человека, Хакумен? Тора, но ты же сам сказал, что лавочка закрыта. Да, но все же... Я пришла сюда не для того, чтобы уговаривать тебя идти сражаться. Я хочу прогуляться с тобой по городу в тихий солнечный денек. Глупости какие. А я вот не хочу. Думаю, было бы замечательно, стань ты человеком, Тора. Тогда бы мы с тобой и Асака Сушоу пошли бы на двойное свидание. Она, как всегда, меня не слушает. Я куплю тебе много-много бургеров. Мы вместе сходим на аниме-фильм. Я даже свяжу тебе шарф. Я буду чистить тебе яблоки. Любишь сладкое? Тогда испеку тебе торт. А потом ты прокатишь меня на багажнике своего велосипеда. Давай гулять вместе. Ты не превратишься, да? Обратно в человека? Конечно же нет. Я это знала. Но все же... Тора! Ты же говорил, что съешь меня, да? Тогда сделай это. Не хочу, чтобы ты ушел, не съев меня. Еще чего? Конечно же, я тебя сожру. Сразу после ушего. Ты мой сладенький десерт. Сразу после ушего? Получается, что ты и не собираешься меня есть, Тора? Тора, я люблю тебя. Я очень тебя люблю. Кажется, я стала четвертой госпожой Аякуме. Поэтому, когда Хакумен впадет в сон, мне придется всю свою долгую жизнь за ним присматривать. Слушай, Тора, даже 100 лет спустя... Нет, 200! Ты же будешь меня защищать! Нет, не буду. Следить за Хакуменом 100... 200 лет? Зачем, если можно уничтожить его прямо сейчас? Госпожа Аякуме! Тебе это не нужно! Ты должна жить нормальной жизнью, а потом я тебя съем! Черт подери! Ты чем там занимаешься, Ушо? Ты же можешь с этим справиться! Мы вместе способны победить любого врага! Наконец-то ты вернулся! Вот теперь ты тот Тора, которого я знаю. И еще, Тора, тебя все ждут. Но у меня дыра в... Нет у тебя больше никакой дыры в груди. Тора! Нужно уничтожить Хакумена раз и навсегда! Да, Маюха? Азафуза? Да. Наконец-то мы тебя нашли. Мы же договорились. Ты приведешь нас к Хакумену. А мы сделаем тебя сильнее. У меня, конечно, даже не спросили, да? Но выбора у меня нет. Пойдем, надерем зад Хакумену. Нужно лишь убить тех, кто создает барьер. Все просто. Иди, Хокуэн. Не отступать! В атаку! Мы почти там! Мы уже почти возле барьера, который сможет заключить Хакумена! Туда! Если успеем, то сможем его победить! Но Запад... Даже с копьем зверя мы... Да, этого будет недостаточно, чтобы победить Хакумена Моно. Сейчас все как и 800 лет назад. Четвертый! Четвертый отряд! Черт!
Связи с 6-м и 9-м тоже нет. Нужно защищать штаб всеми силами, что у нас есть. Капитан...